Тройка, семерка, срок. 32-летний депутат Вурнарского района вместе со своим знакомым открыл сеть подпольных казино в нескольких населенных пунктах Чувашии. Сегодня в них пришли оперативники. По версии следствия, 2 года завсегдатаи нелегальных игорных заведений испытывали судьбу на прочность. Судьба оказалась непреклонной. В отличие от железных дверей без опознавательных знаков, вход сюда был только для своих. Чтобы пресечь противозаконную деятельность, силовики пришли по 16 адресам одновременно, в том числе домой к уже бывшему депутату. В шкафчиках владельца не дождались 680 тысяч рублей, почти сотни компьютеров и другой оргтехники. Игры закончились. Впереди уголовный. Дело. Проиграть в споре с законом теперь можно до 4 лет в колонии и 6 миллионов рублей. Решение за судом. Факты противоправной деятельности подозреваемых выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей Следственного комитета России по Чувашской Республике с сотрудниками МВД по Чувашии. В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.